Как минимум необычную программу своим посетителям на Ночь искусств подготовил культурный центр «Порт». Гостям презентовали музыкальную видеоинсталляцию под названием «Музыка нас связала». Организаторы отметили, что проект экспериментальный. Он объединил местных музыкантов с иногородними группами. Кроме этого, был и уже привычный для обитателей учреждения показ фильма в рамках проекта «Живое кино». Гости посмотрели немую комедию 1913 года под аккомпанемент сургутского мультиинструменталиста Владислава Паршина. «Живое кино» действительно пользуется спросом. У нас впереди еще два проекта в этом году, два показа в этом году. И, в принципе, если посмотреть на зал, действительно, людей очень много, и этот проект очень интересный. И хорошо, если он будет продолжен и дальше. «Культура Сургута. Достояние Югры» – выставка с этим названием открылась в культурном центре «Порт». Она представляет из себя фотовернисаж из полусотни работ сургутских мастеров светописи, запечатлевших знаковые культурные события нашего города в разные времена. Экспозиция включает в себя как исторические фотографии из архива Сургутского краеведческого музея, отражающие вторую половину 20 века, так и современные снимки коллективов, выступавших в наши дни на разных площадках города. Выставка «Культура Сургута. Достояние Югры», она посвящена 50-летию отрасли культуры в городе. То есть в прошлом году отмечалось 50-летие города, а в этом году уже 50-летие отрасли культуры. То есть культура появилась в Сургуте буквально с самого его становления городом.